Да, надо. Вот. Так непонятно, надо с человеком фотографировать. Обалдеть! 15 с половиной. Молодец, Леша, вы чемпион! Как договорились. Он траву хавает. Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Эта история произошла 18 сентября 2021 года на реке Днестр в районе 50-го километра трассы Одесса-Рени. Видите, друзья мои, не поднимает нахрапом, да? То есть дает возможность устать рыбе, да, потому что она в стрессе, она не понимает, что с ней случилось, почему она не может плыть туда, куда хочет. И вот уже буквально минут 5, наверное, он ее морит. И не вытаскивает нахрапом. То есть не разгинает крючок, не рвет поводок. Не дает возможности уйти рыбы. То есть видно, что рыбак опытный. И своего трофея он упустить не хочет. Там у него лески примерно, ну, метра может, метров 5, 6, 7, не больше. Он то отпускает ее, то поднимает и заставляет нервничать этого карпа, заставляет его двигаться и уставать. О, пошел. Он его уже, наверное, видит. Так. То есть, если бы там был там килошный, двушечный карп, то, в принципе, он бы уже его, наверное, отпустил. То есть, он бы его поднял бы уже. Но видать, что там минимум пятерка, а то и больше. Хорошо, что здесь никого нет, никто не стоит на этом месте. И снасти он никому не путает. А так бы, наверное, было бы уже куча снастей запутанных. Большой, да? Чемодан. Ускоряется карпик. Не влезет? В подсак не влезает. Вот это да. Атмосфера, блин. Давай, иди сюда. Идите к нам, мы посмотрим. Вы сегодняшний герой видео на YouTube-канале «Все для клёва». Давайте. Вот это да. Ну говорите, на хоть на что клюет монстры. Как это делается в Одессе, Советский Союз? Ну давай. Аккуратно, тут корни. Это нормально. Давай, давай. Я таких, честно говоря, я не помню. Таких надо выпускать. Это ж такие мамочки. Сколько потомства. Да, какой старый, это молодые. Старый, так делал молодой. Таня, ну это вообще. Там, ну, килограмм 20, наверное. А сейчас вес? А есть? Нет, я думаю, 20 нет. Вес. Да, уже встало. Спокойно. Нормальненько, да, нормальненько.
Помучил слегка. Да. Да, так, да. Давайте взвесим. Адреналинчик. Сейчас взвесим. Так, давайте вытащим сюда, вы поднимите его. Да, вы сначала на берег возьмите. Наверное, здесь, а там... Ну, давайте, давайте, давайте. Так, а на что, скажите? На что? Обыкновенный, без ничего? Самая элементарная дубовая балабайка, один тычок, флюркарбоновый поводок 0,35. Подожди, еще раз, идите ближе, ближе, ближе. Флюркарбоновый поводок 0,35. По-моему, если не спрашиваю, хаябусовский качок, шестерка. Так, ну покажите, можно показать? Шестерка М1? Да. Да. Все. Да, вон там, где-то тот крючок. Вот такой вот крючок. А нет, ну из новой хаябусы, горбатый вот этот вот. А, с загнутым крючком? Да, да, да. Ага. Да, да, да. В этом году они появились. Дайте, дайте. Это же получается... Это же получается этот четверка. Орлиный. Ай, блядь! Аккуратненько. А, воткнулся, блин. Орлиный коготь. Видите? 186-й. Вот он. Да. Это из новой орлиный серии. Орлиный коготь. Нет, это они старая серия, просто их в том году не было. Вот она. Они, я их только в этом году увидел, попробую. Да, ну ты красавчик вообще. Да. Да я не знаю. Надо что-то съесть вот там. Давайте, давайте. 35-й блюрген. Так. Короче, это мягко сказано. Тут надо собирать весь Днестр на фотосессию. Дай подсак. Да он ее руками допихал подсак. Да. Бля, я даже не знал, что у нас на Днестре такие водятся. Это вообще. Это двадцатка? Тут еще двадцатка минимум. Прабабушка. Что значит черный? Не все черные. Ну так ты не взвесен, парень. Эу. Ау! Да, есть. Набранных нет. Я сейчас требую, наберу сейчас. Ну-ну-ну. Вася отдыхает, наверное, со своим 12500. Поднимите, поднимите, подождите, поднимите. Поднимите вверх. Не, вот так. Лучше будет. Ай-яй-яй. Ну как? Сколько весит? Как? Сейчас скажем. Двадцаточка. А как же? Ты ж серьезная организация. А кто еще может взять? Ставить он? Так непонятно, сколько он. Что, чтобы каждый взял, сфоткался? Нет. Фоткается, кто поймал. Да, надо... Вот. Так никто не понятно, надо с человеком фотографировать. Обалдеть! А ну давай, руки возьми. Руки, да. Будешь звезда Ютуба. Вообще супер, Лёха. Это карта. Карасик. Давайте. Карасик. Взвесь его. Кто там хотел определить, девочки? Да вот, вот, сейчас Кантер, давай. Ой, Лёша, реально вы молодец. Я старался. Не влезет, ну и что? Хотя бы взвесить. Да, потому что взвесить можно. Да. Обалдеть. Да не даст. Мне нравится. Мешочек. Вот мне кажется, такое у меня попался. А всачок может, подсачек. Подсак есть большой? Подсак можно было бы засунуть. Лёша молодец, реально. Я такого еще не видела. Или подсак хороший. Лёша, а вы всем его раздадите потом? Каждому. Да, да, да. По ребрышку. А он невкусный. Да. Старый. Больной. Да, да, да. Сам Паша, ну красивый, ёлки-палки. Для удовольствия хороший. Для фотографии. И потом да. Выкинуть его? Конечно. Выкинуть, отпустить. Расплодит еще миллион. Да я в него выловлю. В смысле, его сейчас весят, сфотографируют и выпустят? Обязательно. Ты что? Это ж не нам решать. Нет, там решит, но мясо старого. Говорят, вкусно, шашлыков. Вот если он сейчас выпустит, если он выпустит, я готов ему компенсировать это деньгами. Честно говоря. У нас сосед только плевал. Выпускайте, Леша. Выпускайте. Все. Сколько? Не включили. Еще раз. Вот. О, налей. Теперь. А ну. Сколько? Ох, нет. 15 с половиной. Молодец. Леша, вы чемпион. Вася отдыхает. Леша, да. Выпускайте. Его. Это, конечно же. 800 гривен. Не отпускайте. Я отпускаю. Давайте. Деньги вперед. А вы платите? Да, я дам 800 гривен. Сейчас. Никуда не уходите. Давай хотя бы 700. Ну, по-честному. По полтиннику за такую рыбу еще со скидкой. Вот так, давай по-рыбацки. Смотри, ну я просто не знаю. Ты продаешь ее так. Да. А я не покупаю, я отпускаю. 700. Давай 700. Все. Ты опять ее поймаешь, опять меня. Да.
Ты прихватил меня или нет? Так, друзья мои, теперь это как мой, все. Да, это как мой. Теперь мне на фотографии, да? 700 гривен. Все, как договорились. Стой. Давай. Все, это наш карт. Сюда. Все, пошли выпускать. Здесь? О, на видео снимать. Главное, недалеко. Так, сейчас потихоньку. Главное, чтобы не на тот крючок. Да, главное, не спешите. Так, главное, не на удочку. Вот. Почти пирог. Сейчас, мы еще не готовы. Я хочу сделать фото, Леш. Нет, это вот теперь уже. Извините, это мой карт. Да. Я уже купил. Это же для будущих выборов. А дайте сфотографироваться. Он же условлен здесь. А в смысле не удержишь? Не я так хочу. Так, давай. Давайте еще фотографии. Ну, подождите, не спеши. Мне не дадут фотографироваться. Дайте сфотографироваться. Ну, пожелание мужчине. Ой, давайте, подождите. Ну, подождите секундочку. Юля, иди сюда. Давайте, вставайте рядом. Юлечка, быстро. Быстро, кора разрешается. Я поцелую его. Целуйте его. Рыбака. Целуйте его. Фоткаемся. Ну, так Мариш, нет, Мариш, я тут. Надо быстрее, потому что его уже пора выпускать. Да, да. Да ничего страшного. Не, вот да. Давайте. Все, хорошо. Аккуратно. Давайте вверх выпустит, конечно. Спасибо. Давай. Понеслась. А ну как он уйдет? Аккуратненько. Давай, пацан. Он сдох уже. Не. Надо, чтобы поклемал сейчас он, да. Да, он это моя, так куда же будет получать. Хвостом жахнет. Да, и все будут в воде. Ай, пошел. О, он устал еще. Уйдет. У меня воздуха нахватал. Да ничего, все. Он траву хавает. Все, уйдет. Тоже. Да, за популяцию. Короче, все устали. Кто устал? Тот устал, устал. Все заморились. Саша, ты видел эту рыбу? Вот это монстр чужой. Леша его замучил. Друзья мои, ну вот так закончился наш субботник. Я просто безмерно счастлив, что мы и убрали мусор, и покушали шашлык, и выпустили рыбу большую. И пообщались с рыбаками, и погода была шикарная. Было все так круто. Я настолько счастлив, вы даже себе не представляете. Друзья мои, получайте удовольствие от маленьких, от мелочей таких, знаете. Делайте мир добрее, счастливее, и у вас тоже будет удача, успех, и все будет у вас хорошо.